Внимание! У нас код 6 пытается скрыться. Всем, кто не занят на срочных вызовах, переключиться на канал 2 и следить за погоней. Формируется группа прикрытия. Ждите дальнейших указаний. Внимание прикрытию! По последним данным, код 6 ехал на восток. Выставляем оцепление в радиусе 10 км. Диспетчер, вижу код 6. Продолжаем погоню. Ясно, выполняйте. Окружайте его и дайте ему уйти. Берите его в коробочку. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Принято. Я рад вас. Подкрепление уже выехало. Что у вас нового? Новостей нет, оповестите соседние районы. Что-то рвануло под капотом. Нет, все, я пас. Машину придется менять. Объект потерял. До связи. Я снова у него на хвосте. Удалось найти его. Предыдущий сигнал отменить. Чарли 2. 223 с вами. Я постараюсь толкнуть его. 10.33. Я повторяю, все срочно сюда. 10.4. Я 20. Свободная машина, направляю к вам. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он двигался на запад. Рекомендуем оцепить этот район. Начинайте прямо сейчас. Диспетчер, это Сьер-1. Приближаюсь к объекту с северо-запада. Подтвердите запрос. Это не он. Отпускаем. Идет преследование нарушителя, скоростная погоня. Работаем на канале 2. Внимание, погоне присвоен статус 3. Внимание всем. Координация переходит к полиции штата. Сейчас он у меня получит под первое число. Позиция не меняется. Давай еще раз. Как это невозможно, он блокирует. Чарли 28. 10.23. Прибыли. Направляю к вам.
сообщите последние данные. Пытаемся от него не отстать. Да, серьезно, парень. Окружайте его, не дайте ему уйти. Берите его в коробочку. Диспетчер, нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. Преследуемый спровоцировал серьезную аварию. Срочно высылайте врачей и эвакуатор. Высылайте все.
срочно! 10-4. Экс-рей 7. Подкрепление уже выехало. Повторяю, если вы не пришлете подкрепление, он уйдет. Я начинаю маневр. Внимание. И готовый свет. Он привал на нас. Перекройте трассу снова и посерьезнее. Свободные экипажи. Перекрывайте дорогу впереди погони. Внимание всем. 1067 слева. Спокойно, он наш. Давайте чуть иначе. Продолжаем код 3. Он прорвался. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Объект прорвал заграждение. Я собираюсь идти на перехват. 10.75. Экс-рей 9. 10.23. Принимайте помощь. Объект опасен. Он только что заранил нас. Позиция не меняет. Я еще раз. Как это невозможно? Он блокирует. Вокруг слишком много машин. Снижайте скорость. Высылайте все резервы. Код 3. Срочно. Готовьтесь, парни. Предлагаю по сигналу брать его в коробочку. Спереди. Заходи спереди. Потерял его. Начинаю поиск. Я снова у него на хвосте. Удалось найти его. Предыдущий сигнал отменился. Диспетчер, все свободные на трассе. Прикрытие будет через минуту. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. Экс-рей 7. Доложите обстановку. Координатору нужны новые данные. Диспетчер, нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. Принято. Экс-рей 5. Подкрепление уже выехало.
и применяйте 1075. Не дайте ему уйти. На команду он не реагирует. Придется применить 39. Начинаю маневр, прием. Внимание! У нас код 6 пытается скрыться.
Всем, кто не занят на срочных вызовах, переключиться на канал 2 и следить за погоней. Формируется группа прикрытия. Ждите дальнейших указаний. Объект скрылся. Следует в прежнем направлении. Внимание! Поступило сообщение, что объект ехал на юг. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Код 6 сохранен до особого распоряжения. Thank you.
что видел объект. Иду за ним.
внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель ехал на восток. Вижу нарушителя. Все ко мне. Внимание патрулям. У нас код 6. Возможно, группа. Попытка скрыться. Идет погоня. Всем приготовиться и следовать в район. По другим вызовам работать на канале 1. Пришлите подкрепление. Прикрытие будет через пару минут. Внимание, прикрытие. По последним данным, код 6 двигался на запад. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробностей. Браво 2-2, выставили 10-73, кривой СВ последнего известного 20.